28 сентября в селе Цели Байтагинского района загорелось сено на территории домовладения. К моменту прибытия подразделения пожарно-спасательной части сено уже горело открытым пламенем. Площадь возгорания 40 квадратных метров. Огонь был ликвидирован. В результате уничтожено 4 тонны запасов грубых кормов. Дознавательными органами государственного пожарного надзора установлена причина возникновения пожара. Причиной послужило неосторожное обращение с огнем детей, то есть шалость детей. Аналогичный пожар у нас произошел 25 числа в селе Усть-Илигеск-Изыского района, где в результате пожара сгорело 10 тонн сена. Причиной пожара также послужило неосторожное обращение с огнем детей.